Всем привет, ребят! Вы на канале Бутербродница. И сегодня я хотел бы начать ролик с небольшого комментария вот такого вот. Сегодня у нас 1.02.23 года, а ситуация случилась вчера, 31.01.23 года. Сразу же хочу сказать одну вещь, что я, конечно, извиняюсь перед этим человеком, как бы я это все прекрасно понимаю, я такой эксцентричный, вспыльчивый человек, как бы... Может быть, я исправлюсь, а может быть и нет, но это покажет только время, в принципе. Но мне кажется, при всем этом, если у тебя, ну, реально такая, как бы, ранимая душа и тонкая составляющая твоего тела, я думаю, к играм надо все равно как-то относиться проще, и что происходит в игре, это происходит в игре, как бы. Все мы люди, и все мы должны это понимать, что игра и жизнь — это совсем разные вещи. В жизни ты один, в игре ты совсем другой, в туалете ты вообще третий, как бы. И, ну, с этим ничего нельзя поделать, как бы, в принципе. Всем, кому интересно, что вчера именно произошло, можете переходить на Twitch, открывать стрим, который был 31.01.23 года, и начинать смотреть вот с этого тайминга. Также можете посмотреть комментарии вот под этим вот роликом, который вышел тоже вчера, 31.01.23 года, и посмотреть нашу переписку с ним. Я понимаю, ребят, что это сейчас выглядит, как рассматривать грязные трусики своего соседа, но, ну, знаете, мне просто интересно ваше мнение. Может быть, реально, ну, я, получается, идиот и чего-то не понимаю по этому поводу. И вот пока мне кто-то этого не скажет, знаете, я этого типа не пойму. Ну, я думаю, все прекрасно были в такой ситуации, когда кто-то говорит, вот ты считаешь одно, но пока тебе там 10 человек не скажут, что ты там какой-то дурачок, да, ты об этом не задумываешься, считаешь, что это правильно и так и должно оно и быть. Так что, ребята, жду ваши комментарии под этим роликом. В принципе, все прочитаю, на все отвечу и посмотрим, что тут будет дальше, так сказать. Ну а теперь всем приятного просмотра, смотрим ролик и не забываем подписываться на канал на Ютубе, на Твиче, переходить в наш Дискорд и следить за всеми новостями, когда будет стрим выходить, когда будут новые ролики. Ну а сейчас приятного просмотра вам, ребят. И чуть не забыл сказать, при монтировании ролика у меня все мои скриншоты расплывчатые, замыленные такие. Что бы я ни делал, почему-то эта проблема не устраняется. Если на записи это точно так же, то, ребят, ну, извините меня, пожалуйста, сразу же, я не знаю, я всю башку себе сломал, я так и не понял, как это исправить и как убрать это. Ну, а теперь точно уже смотрим ролик. Ну что, Николай, сначала нам надо пойти правых забрать. Для начала. Да. Вот. Потом что у тебя? Надо на последний самолет 60 тысяч, да? Угу. Мне надо на дробовик патроны пособирать, и надо 5 заданий выполнить за минуту. Не больше минуты. Представляешь? На каждое? Да. Но это... Любые задания. Не, ну надо этот брать, короче. Но убийство... Не, давай сюда к домам. На убийство этого барона вонючего. Ага. Потому что сейчас оттуда будут дуть, короче, и мы можем их в домике как раз. Слышь, стреляются. Боты стоят. Нет. Я не знаю, блядь. По мне ведут огонь! Я прям слышал, спереди стреляются, Колян. Вон, с дробовика там кто-то шмаляет. Ультра-1, активность вроде в вашем районе растет. Будьте бдительны. Я под обстрелом! Бля, испугался уже. Нифига, бот воздух поднялся, прикинь. Ну правильно, земли не видно. Блин, вот прям вот Ты со снайперкой? Ага. Вот прям есть кто-то впереди, вот прям вот аж вот чуется вообще. Аж бесит, да? Да. Вон там, вон что-то боты бегают, слышишь что? Ну вот давай по правой, это бронированный, давай его не трогать. А, вон, смотри, с окна стреляет куда-то вот сюда примерно.
Ты увидел, да, типа? Нет, увидел, что бот стреляет. Блин, да. Я не думаю, что это они так на нас реагируют, боты. Не, он в другую сторону стрелял. Я пометил. Вот хата вот примерно вот в ее сторону. Ага, лут она у меня. Слушай, стой, на крыше вот здесь кто-то. Там вот бот. Бот? Бронированный. Да. Мне кажется, они в этом здании. А, бот по мне начал стрелять. А мне кажется, они уже перебежали. Они убежали, походу, короче. Можно... Опа! Чуть не взорвался на растяжке. Не, ну, смотри, они заспавнились-то, получается, справа. И пришли сюда, значит. Ну, обратно-то они точно ушли. Они в город, пошли. Они в город ушли. Поэтому я предлагаю идти на вот это задание. Мы его за минуту выполним заодно. А вон боты, смотри, куда прилетают. С этими припасами. Вперед! Так что, Паш, погнали в город давай. Возьмем задание заодно. И, ну, скорее всего, мы встретим. Блин, я не смог так долететь, Колян. Я, короче, вчера посмотрел The Last of Us. Чё, блядь? Ой, ты чё, не понял, что ли? Про какой фильм я говорю? Не понял. Ну, дурац! Чё, меня сквозь стены пробили? Залупас какой-то. Вот, Last of Us, блядь. Да, 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 вот это. Залупас, ага. Ебать. Все хорошо, все прекрасно, короче. Я такой посмотрел две серии. Меня сейчас убьют. Офигеть, блядь, нифига себе. Блядь, появились. У меня тоже прям дофига. Вот тут тачка стоит, давай на машине, мы же уедем. Когда... Да? Прыжки меня нокнули. Ага. Дробовик. Лезь сюда. Нет, скрыш. Лезь сюда. Меня тоже почти нокнули. И дробовик стреляет прям насквозь. Сквозь стены. Короче. Я тебя подлатаю. Пришла третья серия. Я посмотрел. Ага. Поймал пулю. Я с тобой. Хорош. Берегись. Грена. Надо... И я был очень сильно расстроен от третьей серии. Я теперь не хочу в эту игру играть. Что там? Я думаю, это будет сюрпризом, а тебе я расскажу после этого. Какого? После того, как мы отсюда уйдем. Я перезарядиться даже не могу. Все, давай в машину, короче. Я не могу это терпеть, Колян. Это очень больно. Догоняй тачку. Ехаем. Это просто нереально. А что так больно-то? Блин, у нас черепок рядом. Нам вот эту... Черепок мы за минуту не выйдем. Подожди, стой, давай оглядимся сначала. Блин, куда же нам его дадут? У нас минута будет на все. Короче, готов в машину, если что, прыгать, да? Я рядышком, да. Все, беру. Ультра-1, мы выследили Мачадо. Он снабжает Лос-Альмос оружием. Да что ты будешь делать? Нужна награда. Можете заняться. Да едь давай, тварь вонючая! Капец, на лысой резине с летом и не может выехать. Какой-то ужас. О, тут в хате, короче, да? Вы от меня не отделаетесь! Так, я понял, Колян. Выполняй. Кинул оглушающую! Я под обстрелом! Нет. Я не резай, не резай. Нет, подожди, у меня не... У меня это... Ебать, он броню вставил. Да? Бот, да, плашку брони сейчас. За пазуху затолкал. Я ранен! Помощь мне бы не помешала! Куда ты пополз? Стой, сейчас, Колян! Сейчас! Да время вышло уже! Да время вышло, говорю! Ты чё?
тебя же таймер над башкой прям. Пиздец, я теперь как тебя поднимать буду? Это вот сейчас вообще максимально опять уверенный их шаг был с твоей стороны, Николай. Умереть вот здесь вот посередине. Не, я попытался отползти. Лучше б ты его... Не пытался ничего делать. Ой-ой-ой. Ой, блядь. Слушай, как же нереально попадать вдаль-то с этой фигни. С этого ствола. Ну, блин. Блядь. Ну все, мне сейчас конец придет. Ультра-1, цель уничтожена. Идите к ней и подтвердите ликвидацию. Он умер? Ой, вдаль вообще нифига. Капец, вот этот твой долбанный проход, это вообще ненавижу тебя, Николай. Просто ненавижу. Я в ботов не могу попасть на такое расстояние. Ее что-то трясет. Вот отсюда меня за ногу попробуй потом. Я тебя залутал только. Молодец. И броню спиздил, и стан спиздил. Вообще, я все утащил. О, сейчас вон стреляет, сейчас меня нокнет. Ой-ой-ой. Все, я в порядке. Я броню вставляю. Давай. Отстреливай ботов, Колян. Мачадо опознан, перевожу деньги. Сейчас, секундочку. Отдышаться немножко мне надо было. Чего у него там? Фотография кошки. Фотография кошки. Кошки, фотографии. У меня капец. Пошли, я на крышу, короче, Колян. Из крыши надо куда-то свалить. Отсюда. Нам нужны броники и ресы. Слушай, у нас есть деньги, да? А магазин у нас... далековато у нас магазин. Давай вертушку заберем, слышь, что? Вертушку? Давай, иди, бери эту тему. Так, а где мы тут можем? Бери черепушку, а я пойду это... О, схема алькаталки. Ультра, для завершения текущей операции вам надо эвакуировать эти припасы. Они так просто лежат, нифига себе, я даже не думал. О, у нас цитадель где-то захватывают. Ну, где-то далеко. Ой-ой-ой. Ультра-1, в тех данных упоминалось о нападении на исполнителей. Нам поручено уничтожить напавших. Район да. Отмечен на тактической карте. Едь! На, сиди на крыше там, Колян. Я к тебе сейчас прилечу, просто заберу тебя и все. Блин, у меня брони нету. Если прилечу, конечно, тут. А чё тут столько ботов? Вы угораете? И все бронированы? Ой, я прикинь, как обманул. Я их слепо обманул, короче. Кинул у них слепу и украл вертушку. И они меня почти не стреляли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В дыбы встает немножко. А, там все. Брони, конечно, страшно. Чуть-чуть громче говори, я тебя почему-то не услышал сейчас. Ох, с брони был. А-а-а, ну да. Я думаю, сейчас мальчики нас здесь примут. А, они вон на машине едет. Слышь, что? Цель в 500 метрах к северо-западу. А он один. Ну убивай его. Без брони. Справа по мне стреляет. Ой. Меня зацепили. Меня сейчас высадят. Это еще один снайпер. Это разводит, походу. Может быть. Да-да-да. Их толпа. Их пачка есть точно. Вон снайпер, видишь, сидит. А, нет, не вижу.
Сбили, все, выпрыгивай! Да вон на крыше снайпер прям сидел. Ты как не видел-то? Он прям светит. Вот на э, вон он светит, вон. Ага, где-то. Вон там. Чего? Я нырнул в воду и разбился, а ты... Прикинь, у меня пузо отъехало. Блин, у меня очень плохо с Патриками. А ящик у тебя. А ты смотришь от снайперки, да? Ага. Это беда бедовая. Да вот же он стоит, вот он прыгает, блядь. Не могу метку поставить, ну вот он прям на крыше. Нокнул? Броню снял. Спрыгнул. Ага, вон тачка там. Куда он спрыгнул-то? За здание. Ну я понял, он вниз ушел, да? Ну его сейчас тачка, скорее всего, заберет. Вон он побежал куда-то. Ты можешь, давай, сдвигайся. Я бегу, бегу. Короче, где-то здесь. Я его нокнул. Сам урод, нехуй было в нас стрелять. Еще есть. За забором где-то прячется. Еще один. Добил. А чё, вот нефиг было стрелять, блять. Нехуй, нехуй. Задача выполнена. Начинаю перевод. Игру удалили. Да. Еще кто-то стреляет, слышь, чё? Берегись! Всем Грена! Да что ты будешь делать? Не знаю. Все, по подсумкам у них. Есть, есть. Я под обстрелом. О, ага. Подобрал. Скинь, наверное, ящик с Патриками. Да, да, давай. У меня все очень плохо. Оставил боеприпасы! Кто это был-то? Йода! Крутой бандит. Рез возьми. Они, главное, убивают всех, а тут сейчас такие нифига себе. О, резик, это хорошо. Ой, ящик еще можно забрать. Не надо, не надо, кричит малыш. Но получается, что все. Пошли за квадриком. О, да, нет, давай. Пошли. Я говорю, какой-то снайпер стреляет. Пошли за квадриком. Нам надо за квадриком. 40 тысяч у нас квадрик. И где убийство на... Че нет убийства больше этих? А, вон где вообще. Ой, я тут... Ой, я в трубу вперся. Да. Пока смотрел. Урауль! Урауль! Я под обстрелом! Ой. Слушай, а брони-то нету. Нам на магаз бы еще заехать, слушай. Очень надо, да. Да. Больно прям от СПСД. Да ты чё? Уже с РПГ, прикинь меня. Ой, как прекрасно расстрелял. Ой, люблю сигнал. Просто вещь, просто ай-яй-яй, ай-яй-яй. Дыр-дыр-дыр, да? Да-да-да. Пиу-пиу, пиу, пи-пи-пиу, пи-пи-пиу. Таракашки, сикарашки, они ебашут мои какашки, потому что я люблю есть укроп поутру. Я вот думаю, на этот магаз надо ехать. Кого? Да, давай. Я говорю, я не привык на этот пенинг, когда помню. Это чё, блядь? Невидимая стена. Я думал, это не камень. О, а нет, все. Фу, 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 фу. Рюкзак надо купить. Блин, нам надо 60 тысяч еще набрать так-то до последнего самолета. Парень, кстати, разнылся очень сильно прям. Плакал, да? Да, очень плакал. Он прям уроды, не надо.
Там он прям 10 это... 10 лет ждал этого подсумка. Да, он а там... А забрали его у меня. Вспыхнул он немножечко вообще. Не, ну нифига тоже, главное, такие по нам стреляют, да, а тут такие не надо, да? Ага. Как это? Охренели. Это как мне нравится, знаешь, типа это... Допустим, мне вот что-то говорят, да, чтобы там обидеть каким-то образом, да, но я типа такой не обижаюсь, они такие, ну круто. А когда в их сторону говоришь что-то обидно, они такие, а я обиделся. Типа... А ты зачем это так говоришь? Да, да, типа, ну ты чё, так нельзя, нихуя. Какие-то игра в одни ворота начинаются, да? Ну. Радиацию мы точно не выполним. Прикинь, вот тут вот эта вот херня только есть. Хера себе. Да. И больше нету. Мы можем вот это... А, нет, мы не выполним, его же надо уносить еще точно. Но слушай, нет, погоди, у нас, по-моему, конкретно задание было, что вот это именно выполнить за минуту. Нет, нет, выполнить 5 контрактов, каждый менее чем за одну минуту, понял? Понял. Убил его? Ну, как бы мы выполняли, да, за минуту... Вот это мы выполняли за минуту? Меня зацепили! Да, потому что было конкретно для заложника задание у нас за минуту выполнено. Было 2 минуты у нас. Несколько раз. Разве да? Да, 2 минуты было. Ну, нам надо найти хату сначала, где он орёт, потом брать задание. Видишь, чё? Ну, скорее всего, вот эта хата. Угу. Скажу, послушаю. Нет, она открывается. А, ага. О! А чё тут боты в невесомости? А? Ну тогда, знаешь, у меня есть другое предложение, Николай. Но оно тоже говённое. Искать мальчишка? Пошли в квадрик, давай, поехали. У меня, кстати, это броня не отображается. Понял, сколько у меня плашек стоит. Чего у тебя? Как будто брони нету. А, ну это есть такая. Слушай, а ты микрофон не крутил? Противник поднял тревогу, будьте осторожны. Крутил, по-моему, на стриме. Потому что мне кажется, ты что-то тише стал разговаривать. Так, вот что. Иди пошли отсюда. Так, а что, машин нету? А, во. Во, вот стоит, нас ждет. Ага. Так, ну могу сказать, это Скорель мне не сильно нравится. Операции. Нам нужны эти припасы. Идите в точку эвакуации. Ну, она вдаль что-то как-то это. Мне не нравится, как она вдаль себя ведет. Вообще, ее что-то всю колошматит какой-то. Я не знаю. Как будто ты такой с похмелуги вышел пасать, но нечаянно подрочил, блядь. О, включили. Какая хуйня. Ультра-1, активность в районе повысилась. Смотрите в оба. Вот, видишь, и активность повысилась сразу. И чё, мы под бэпку поедем опять? Да. Ну, вот зачем нам это надо, Колян? Нас убьют. Не да. Спрыгивай пока. Они ящик, наверное, лутают. Или лутали. Я под обстрелом! Вот да, и я там видел еще двоих-троих, они стреляли. Давай вот на эти бочки залезем. Угу. Ой, ёб твою медь. Меня зацепили! Ой, я себе. Да. Оп. Я броню вставляю. Ага. До сюда будет бить бэпка? Нет, до сюда не будет бить. Двоих я точно видел, Колян. Ультра-1, мы заметили рост активности в вашем районе. Будьте начеку. Ультра-1, внимание, ветер усиливается. Идите в точку эвакуации. Подожди, а мы на большое не запрыгнем, да? Надо подлечиться! А, вот, смотри. Туда только если... Блять, подожди. Парашют не открылся. Не открылся? Ну, поздно открылся. Не долетел. Да как вы успели уже ко мне залезть сюда? Не, у меня нормально открылся. Слушай.
Вон, вот они, бегают двое. Один ног. Контакт! Он его сейчас резать будет. Ну, да, по мне еще справа кто-то работал. Ты их трое, Колян. Понял. Блять. А вот перебегают. Одного убил. Справа забрал. Куда они перебежали, Колян, скажи? Вот хату в эту. Ага, вот за этой хатой прибежал. За зеленой. Че, убегают, что ли? Блять, тачка, тачка. Я бегу. Я под обстрелом противника. Блять, вот и сраный, угу. Я вижу кого-то. Подожди, а он бабку включил? Ну блин! Да, он начал стрелять. Подожди, я пойду, надо ботов убить. У меня нет, брони. Я понял, я сейчас сам нокнусь. Я под обстрелом! Какой-то ужас. Они там же? Вдвоем, да? Не знаю, он уполз, его, видимо, резают. Ты телефон, микрофон подвинул, вода. Я пойду. Вот этим пойду этого залутаю, которого я здесь убил. У него есть. Активность в районе повысилась. Смотрите, какой-то китайский ник. Ты на крышу перебежал, блин. Ага. Капец, ну это плохо. А так они меня на бочке уже видели неоднократно. Так у них бэпка все равно, а ты передвигаешься. Ну блин! Вставил броню и взорвался на их мини дурацкой. Ага. Дрель у них тут какая-то. Не видишь их? А-а. Да сто пудов. Себастьяна устроили. Не-не-не, тот лежит, он их ждет. А. Блин, ну они в хате, наверное. Не понял. Нет, лежит. Бабка отключилась. Ультра отключилась? Ультра-1 это главный. Ветер несет ага. Радиоактивное облако. Эвакуируйтесь при первой возможности. Меня боты спалили, конечно. Такая. Я на крышу лезу, Колян. Угу. Одного забрал, еще один остался. Тоже нокнул. Он все. Добил. Да. Добил. Все, все, все. Пацаны приехали. Приехали, уроды! На че? На че? На че? Козлы. Ну ладно. Ой, слышь, у них и точки, а? Всякая фигня. Все, все есть, короче, прикинь. А они это. Толики. А они толики. Ну да. Они толики, согласен. Пропуск корпус ЦОИ. Так, сейчас, секундочку. Я тут... Сообщение пришло. Сообщение. А, ну ладно, пока. Сообщение. Бэрка, блядь. Да. Ну все, слушай. Так, а что? А, 60 тысяч у нас нету, Колян. Давай вот эту тему залутаем. Набрал тут. Эмку не возьмешь? Не. В рюкзачок. Я в рюкзачок еще один сигнал у них утащил. Я тоже какой-то поднял. Знаешь что, притащи грузовик, пожалуйста. Поднял тревогу, будьте осторожны. А я посмотрю по поводу этой. Ну, денежки, там же денежки бывают. А, у меня еще 8 тысяч я тебе могу отдать. У меня есть этот, слиток.
Золотой да, слиток. На 17,5 продать могу еще. Ишь. Вон магаз, кстати. Нет, а ты можешь это взять с собой, они тебе... А, нет, наверное, не будут зачитываться, я не помню. Да. Лучше продать. Да. Это пустой. Понял так. Ты там где? Стой. Вот тут только выход есть. Давай. Так, а чё, вот магаз, Коль, ты куда? Да-да-да, я к нему тут. А. Продать. Рез, можно большой рюкзак купить. Рез, есть. Ничего не надо, на, забирай деньги. О, 76. Так, где у нас последний? Вот здесь, значит, вот здесь будет у нас последний это, да? Ага. А чё, на пацанов у нас ничего нету, да? Вообще. Слушай, а вообще черепов? Нет, два черепа есть у Джаггера и на острове, а они в газу только уже. Уже один беспилотник уходит на дозаправку. Капец. Кстати, давай в Квери бэпку запустим. Давай. И будем сверху смотреть на выход. Такое себе, это я не одобряю такие действия, которые мы сейчас будем делать. Это называется а-ля крыса туту? Не-не-не, тут не так. Мы не просто же, чтобы такие закрысились, чтобы убить. Нам надо этот выход ждать просто. Нам уже заниматься нечем, поэтому мы ждем. Все. Ну, да, в принципе. Вот, бля. Нифига, ну как я развернулся. Я думал, не смогу налево развернуться, а тут развернулся. Что я на месте, блядь. Ну да. А это все профессионализм. Анализм? Да. Видал? Профессионализм. Ага. Анализм. Ой, фу, не все. Ясно. Да блять. Вот сейчас я не хотел разворачиваться, если честно. А что у нас? А, у нас. Это... 7 минут. Синдром Баттлфилдера, блять. Слушай, иди забирай эту. О! Бл-пл-пл-па. Бубл дай, дубл дул дул, дул бул дул. Кел бил. Бупл ел, да. Эл тул 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 тиль даль дубли. Короче, я тут открываю ящик, ну сундук, Колян. Ага. Ультра-1 это главный. И еще захватываю установку ракетную. Ультра-1 это главный, оцепляйте периметр. Я не знаю зачем, но как бы почему бы и нет. Вставай на ящик там. Сейчас, может, кто-нибудь сюда еще набежит на эту тему. Ну, кроме ботов. Так, там бот где-то, команда. У меня бот? Был. Он лежит, он отдыхает. О, машина заглушена. Кстати, а че самолет у нас зависший в воздухе? А, он дурак. Купается. Определенно. О, вот тут смотри, слушай, сбили какую-то вертушечку. Слушай. Не, он давно там лежит, кстати. Че, на выходе никого нету? А то я бы сейчас бы как снайпнул. Ну, вот так вот надо брать, да? О. Он почти в точку летит, нифига не его настроили. На такое расстояние. Это сколько у нас расстояние? А, метка туда не ставится. Все, ПВО захвачено. ЗРК под контролем. Воздушное пространство заблокировано. Ой! Ай! Ой, тут повреждение. Я улетел. А чё, ящик-то наш это? А, тоже почти все, да? А тут с ботов документы никакие не выпали. Ультра-1, сейф открыт. Забирайте из него все. 1-1. Эвакуируйтесь с этими припасами, чтобы продолжить операцию фракции. Дал сколько денег? Так, а где патроны на дробовик мне надо? Сколько у меня патронов на дробовик? 48. Слушай. О, я скидываю ящик, Колян, короче, и пополняю этот дробовик. Мне патроны на дробовик нужны. У тебя есть дробовик? Да вот, я только что подобрал. А. Блин, а как? Подожди, стой. А, во. Ультра-1 это главный. Беспилотник. Потом брось мне дробовик. Да. И я патроны возьму. Только патроны не забери. Ой, я сейчас их. И... Они. Вот, забирай. Вот, забирай.
Да вроде все. И че? Вместо чего мне? Ну на, точку забери себе, Колян. Ультра, чтобы завершить Во. Активную операцию, вам надо эвакуироваться с этими предметами. Все, будет нормально. Вперед. Да, все, я пополнился. Ультра-1 полетела. Это главный ящик противника в захвате. Пускаем ракету. Пойду включу бэпу. Есть попадание, форс бит. Отмечаю груз на тактической карте. Слушай, Колян. А? А расскажи анекдот мне какой-нибудь. Нам 3 минуты еще просто стоять здесь. Ультра-1 это главный. ППЛА на связи. Да все ты знаешь, что ты врешь? Я расскажу тебе. Блин, слушай, знаешь, что у меня есть, короче, одно заманчивое предложение. Ребят, если вы хотите это узнать, пишем комментарии по этому поводу. И Колян расскажет, как он с воздушки стрельнул себе в рот. Так а я ж рассказывал. Нет, ну в смысле, кому ты рассказывал? Сейчас-то я про новых, про всех говорю. Колян, ты че? А. Это ж сколько людей не слышали эту историю. Представляешь, просто? Так что, я думаю, пишем комментарии по этому поводу, ребят. А чё мы сюда побежали? Машину, если что, забрать? Слушай, мы могли еще, наверное, 10 заданий пройти. Ящик ты хочешь залутать? А мне ведут огонь! А то, сейчас денег не собирается, рюкзак можно будет купить. Рюкзак? Танцеров Рондес Нербордес. Ты думаешь, нам это надо? Конечно, да. Ну да, я думаю, а это... Бля. Как-то все плохо. Но... О, нет, Колян. Валить надо отсюда. Тут, ой-ой-ой, их очень-очень-очень много. Я туда. Я туда не буду подъезжать. Так, а ты что без меня-то уехал? Так я разворачиваюсь. А еще у меня есть такое, да, знаешь, это... предположение, что водитель с меня хороший. Ну, это бесспорно. Ультра-1, активность в вашем районе. Слушай. Растет. Будьте бдительны. А ну да. Приехали. Пропали метки. На пацанов, короче, мы походу одни остались. Никто сюда не прибежал, да? Да. О, смотри его. Я вышел, а его задавил. Нет, не задавил. Внимание, БПЛА уходит на базу. Погнали. Погнали в тачку наш, в кабриолет. Ты тачку забрал себе, Колян? Да. Я все не могу забыть, слушай, это. Надо зернисто для резкости замутить. Сглаживание для скользкости. Сглаживание для скользкости. Ой, не попал. Не, ну, блядь, такого, ну, конечно, ляпнуть, это надо было прям. Пацан споткнулся и упал, кстати, там. Надо же. Мне сразу напомнило это, я говорю, пацана, которого этот, про понятие игры втирал. Понимание игры, во-во, понимание, да-да-да. Если нет понимания игры, то нет понимания игры вообще, в принципе. Все логично, вполне. Да-да-да. Ультра-1, мы потеряли контроль. У нас ЗРК отключилось. Небо все еще открыто. Ну да, время-то. Ого! По мне ведут огонь! Короче, вот с этой Скорелли я бегать, наверное, больше не буду. Мне прям это вообще не понравилось. Максимально. Я сейчас пересоберу. У тебя выстрелы как это, знаешь, пульс какой-то. Так это я сделал так. У меня же музыкальное образование, Колян. А, ну да, ну да, ну да. Я забыл, прости. Ну, вообще, оно так-то есть, Николай, как бы. Музыкальное? Ну да, я учился музыкалке. Я ж тебе рассказывал, на баяне играть, Коль, ты чё, блядь? Точно, блядь, ты ж баянист. Ну, поэтому-то... Я думаю, что тут... Певчая... Баяны. Певчая птичка, блядь. О, у меня выполнился пополненный... Чё пополнить? А, полный боезапас.
Немножко по полной боезапрак. По полной боезапрак. Так, сколько... Чё? Я пятерых убил, а ты, Колян? А я 23 бота убил. И всё? Да. Да, ты только стрелять себе в зубы умеешь. Ну, блядь, там, знаешь, мне меткости не занимать, нахуй. Всем спасибо, ребят, кто досмотрел этот ролик до конца. Ну что, я жду ваши комментарии. Не забываем также подписываться на канал, переходить на Twitch. Стримы проходят практически каждый день. Переходить также в Discord. Там я всегда выкладываю новости, когда у нас ролики выходят, когда я стримлю и прочее, прочее, прочее. А, ну еще вы там можете найти, с кем поиграть в этот прекрасный режим DMZ. Так что на этом, ребят, ролик заканчивается. Всем спасибо, всем хорошего настроения и удачки, ребят. Пока-пока.